Сегодня в микрорайоне Колгуевский Кировского района Уфы откроется новая школа. После длительных проверок лицей номер 160 начинает свою работу. В нем предусмотрены все необходимые условия для успешного обучения школьников. Присутствуют современные системы жизнеобеспечения и безопасности. Также в школе установлены лифты. В образовательном учреждении есть актовый зал, столовая, библиотека. А для активного времяпровождения два спортивных зала, футбольное поле с искусственным покрытием и универсальная волейбольная и баскетбольные площадки.